То, что мне в нем не нравится, это я ему самому скажу. Как это было в прошлом. То, что мне в нем нравится, это, во-первых, государственное мышление, во-вторых, абсолютное спокойствие и владение собой, предельная вежливость и четкость, терпеливость выслушивать и способность к глубокому стратегическому мышлению. Эти вещи мне очень нравятся, а также я его понимаю, и за это я его могу уважать, его беспредельная любовь и преданность своей стране, как это и полагается человеку, который был воспитан в спецслужбах. Будет ли кто-то вместо него будет, когда и как, я не знаю. Это вопрос не я решаю, и трудно это определить. Я надеюсь, что после него будет человек не менее достойный России и того поста, который будет ему вручен, чтобы определять будущее этого государства. Если в России не будет достаточно эффективной централизованной власти, она распадется. Если в России не будет устойчивого государство с экономической, политической и общественной точки зрения, оно распадется. То есть Россия должна быть успешным, устойчивым, высокоразвитым государством, чтобы сохраняться как единое государство. То есть, только будучи великой страной, Россия может сохраниться. Во всей другой форме она неминуемо распадется.